Начинается новый сезон про Кипр. Увидите отдых на Кипре, заселение в отель, как выглядит номер, что мы кушаем, на каких пляжах мы отдыхаем. Будет интересно, погнали смотреть. Собрали чемоданы. Первый, второй. Мы выезжаем в пятницу в 10 часов вечера. Едем по пробкам 2 часа до аэропорта. Стоимость такси с детским креслом 2500 рублей. Прибыли в аэропорт. Взяли такую удобную тележку, на которой можно перевозить чемоданы. Внизу стоят машинки. А это аэропорт Домодедово. Прошли паспортный контроль. И сейчас гуляем по duty free. Возьмем чай ребенку. Наливается лимонный чай. Производим посадку в самолет Boeing 777. Летим авиакомпанией Red Wings. Время полета от Москвы до Кипра составляет 3 часа 20 минут. Мы прилетели. Приехал автобус за нами. Трансфер довел нас до самого аэропорта. И сейчас мы здесь стоим на улице. Что-то ждем. Поехали. И автобусы нас забирают до отеля. И достаточно много. У нас номер 4. Ехать от аэропорта в Пафосе до нашего отеля в Айнапе 2,5 часа, всего 90 километров. Для справки, длина всего острова 230 километров, а ширина 80. Мы приезжаем мимо таких курортов, как Ларнака и Лимассол. Сейчас мы остановились на технический перерыв в Лимассоле. Наш автобус и какой-то отель одноименный. Здесь прям жарко, цветочки цветут. Мы приехали в отель Цокос Парадайз Вилледж. Девчонки мои сидят в теньке. Вероника спала в автобусе. Время 11 часов, нам сразу выдали ключи от номера. Здесь просто шикарная территория. Нам дали вот такой номерок Цокос Парадайз Вилледж 127. Второй этаж. Сейчас поднимемся. Опа, а вы уже здесь? Как вы оказались здесь перед меня? Попадаем в комнату One Bedroom. Здесь одна кровать, телевизор, балкончик с видом на бассейн и пальмочки. Классно. А, здесь столик, да, будем сидеть и пить прохладные коктейли. У нас есть зона кухни, холодильник, плита, стол и даже кран. Что-то готовить можно. Но у нас все включено, поэтому это делать не будем. У нас еще есть одна комната. Большая кровать, столик, стульчик и зеркало. Так, здесь есть окно. С таким вот видом. Классно. Ванна, туалет, раковина. И большой-большой фен. О, сразу работает. Здесь, как обычно, в отеле дают нам мыло, шампунь. Мы уже купаемся в бассейне. Большая, классная территория. Иду, иду, иду. Давай, Вероничка. Как? Плывешь? Молодец. Здесь большой бассейн с двумя мостиками. И есть вот такой лягушатник для маленьких детей с навесом. Прекрасно подходит для того, чтобы здесь купаться. Отправляемся на обед. Закрываем номер. Лестница, конечно, высокая. Но просто офигенно здесь. Мне нравится. Первый раз будем здесь обедать. Покажу, что здесь есть. Булочки, супчик, масло, салатики, фрукты, яблоки, груши. Ничего себе, печенье с каким-то творогом. Ризотто по-итальянски. Вот это я открыл. Опа, мясо. Картофель в мундире. Овощи. Фрит шафран. Куриные пане сейчас возьму. Это какая-то подлива. Это картошка. Жареная рыба. Кетчуп, сахар и соусы. Здесь приготовили омлет. И здесь много разных видов мороженого. Здесь столовые кошки. Такие прям большие. Кушают. Их прикармливают здесь постояльцы. Гранюку посадили, она кушает.
Это мой обед. Взял все по чуть-чуть, чтобы попробовать. Дадим кошке рыбку. На, держи. Писуня, держи. Время 2 часа, и мы идем на море. На пляж Ландо-Бич. Здесь классная территория, просто невероятная. Это место, где мы обедали. Классные пальмочки. Наш отель Socos Paradise Village. А до моря идти нам всего лишь 260 метров. Пока его не видно. Такое ощущение, что он находится далеко, но на самом деле оно рядом. Перед пляжем припарковано очень много машин. Обычно на выходных здесь могут купаться киприоты. Ух ты, как здесь красиво! Класс! Небольшой ветер. Вода просто невероятного цвета. Вода теплая. Здесь единственное небольшое количество водорослей плавает, но водичка просто кайф. Теплая. Здесь нереально круто. С левой стороны здесь начинаются камни, но очень-очень красиво. А пляж длиной всего лишь 400 метров. Как вам такие виды? Пишите в комментарии. Ландо-Бич – один из наиболее популярных пляжей Кипра, расположен в 4 километрах от центра Айнапы в западном направлении. Пляж пользуется наибольшей популярностью среди ценителей уединенного и спокойного отдыха. Как правило, на нем немноголюдно. Иду на ужин, одеваю обязательно маску, а когда надо будет есть, маску можно снять. Вот такие правила здесь на Кипре в отеле. Ресторан впереди, начинается ужин. Так красиво здесь разложено. Салаты разные, фрукты, дыня, апельсины, тортики. От таких сладостей можно сильно поправиться. Жареная картошка, рыба, картофель, курица, свиные отбивные, просто рис с куркумой. Это мой ужин. И сижу вот с таким видом. Наступил вечер, и мы идем гулять. А направимся мы к пляжу Ниса-Бич. Он недалеко от нашего отеля находится, всего в 1 километре. На этом выпуск заканчивается. Всем пока-пока.